Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный, очень аппетитный ужин. На ужин у меня макароны. Макароны любят все. Как готовятся макароны, знают все. А вот к макаронам мы сегодня будем готовить отличный, вкусный соус. Поехали! И самое главное, продукты доступные и очень простые. В первую очередь все нарезаем, подготавливаем, а потом готовим. В первую очередь начну измельчать чеснок. Беру 3 зубчика чеснока и просто измельчаю. Следующее, что нарезаю, это у меня лук. Разрезаю пополам. Также мелко, мелким кубиком. Также для нашего соуса понадобится 2 морковки. Нарезать буду кубиком, мелким. Сначала вот нарезаю на такие вот пластины. И потом все буду измельчать кубиком. Перец болгарский очистил от семян и также нарезаем кубиком. А помидоры нам нужно перетереть через крупную терку. Отправил кастрюлю для варки нашей пасты. Отправил сковородку на плиту. Добавляю масло. И первым делом отправляю жарить чеснок. Жарим до золотистого цвета. Буквально одной минуты вполне будет достаточно. Масло становится очень ароматным. Ой, как я люблю жарить чеснок. Достаточно, можно отправлять лук. Теперь обжариваем все вместе, так чтобы подвялился наш лук, и отправим сразу же морковку. Как только лук подвялился, у меня он даже немножко подзолотился, отправляем морковку. Жарим 2-3 минуты, чтобы наша морковочка также чуть-чуть поджарилась и подвялилась. У нас прошло ровно 3 минуты, отправляю свиной фарш. У меня здесь 450 грамм. И деревянной лопаткой хорошенечко дробим. Вот таким вот мелким должен получиться дробленный фарш. Фарш у меня свиной, можно использовать также говяжий. Уже на любителя. Кто хочет менее жирнее, возьмите говядину. Но поверьте, при обжарке весь жир просто топится, и он вообще не чувствуется. Ах, какая вкуснятина! Друзья, я уверен, после такого ужина вы захотите его повторить несколько раз. Почему? Потому что реально такой соус с макароном реально очень бомбезный. Обязательно попробуйте. Очень вкусно. И буквально через 5 минут после обжарки уже фарша отправляем перец. Перец придаст изюминку и очень обалденный аромат. Я уже заговариваюсь. Очень вкусно пахнет. Ах, ох, вкусняшка. Теперь очередь помидор через терку. Также отправляю пол столовой ложки томатной пасты. Добавляю свежемолотого черного перца.
и хорошую щепотку соли. И также добавляю базилик сухой. Если у вас есть свежий, добавляйте свежий. Хорошенечко перемешиваем. Пробую на вкус. Это очень вкусно. Все, накрываю крышкой и оставим тушить буквально еще на 15-20 минут. Тушим на маленьком огне. Ну и последний штрих. Посыпаем все твердым сыром. Пока оно еще горячее. Не сильно, слегка. И все, можно подавать на стол. Мой любимый долгожданный момент, когда уже можно пробовать. Если вы не любили макароны с таким соусом, вы точно полюбите. Вкуснятина. Просто бомба. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно ставим лайк, также подписываемся и не забываем делиться этим рецептом с друзьями. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Да, Тигр, скажи всем пока, друзья. Мяса нет, да? Сегодня мяса нет. Мясо есть, но ты его есть не будешь. Ладно, идем, я дам тебе кусочек рыбки. Пока.